Во вторник, 4 ноября, наша страна отметит День народного единства. Мир Белогорья к этому празднику готовится заранее. Сегодня мы решили подарить каждому белгородцу, которого встретим на своем пути, георгиевскую ленточку. И заодно поинтересоваться, что она для них значит и почему они ее носят. День народного единства у нас уже очень-очень скоро. Возьмите, пожалуйста, ленточку. Спасибо. И расскажите, пожалуйста, зачем вы ее носите и, может быть, что она для вас значит. Ну, в сегодня, в современном мире, конечно, хочется быть патриотом своей страны. И своих детей воспитываю в себе, мне нравится. Вот именно, что мы едины, пусть даже сейчас очень сложный период в России. Ребят, здрасте, можно вас на секундочку? Вот, держите каждый по ленточке. Держите, держите. А подскажите мне, пожалуйста, что для вас значит георгиевская ленточка и зачем вы ее носите? Память о Великой Отечественной войне. Чувство патриотизма. Когда мы надеваем ленточки, мы сразу... Ну, как бы объединяемся, потому что мы все любим Россию. Россия, родина, народ наш должен быть единым. А как часто вы ее надеваете? У меня дома всегда висит, в машине у папы висит. То есть постоянно. Спасибо большое, еще будет одна. Что для меня значит ленточка? Наверное, содружество. Наверное, мир, спокойствие. Победили и должны быть все вместе. Самое главное. Что сейчас происходит, непонятно. Но, тем не менее, будем придерживаться того, что все будет за нами. Я, как человек военнообязанный запаса, прослужил 32 года в армии. Для меня это очень много значит. Память. Память о наших героях, о наших освободителях, ради кого мы живем здесь, на земле на этой.